Здравствуйте, водители. Допустим, водитель засыпает и начинает, ну, закрывать глаза. Прежде чем водитель садится в транспорт, он должен сесть, посмотреть немножко на прибор, чтобы прибор его зафиксировал, его лицо, его глаза. Он загорелся зеленым, тогда прибор готов уже к режиму, ну, в режиме работы находится. Если водитель вдруг едет и отвлекается, или, допустим, хочет заснуть, он закрывает глаза и в течение 3 секунд он будет отрабатывать. Просто настроено, надо как объяснить правильно. Просто немного волнуюсь с этими вещами. Скиньте, пожалуйста, смс-ки. Я сейчас не буду. Скиньте смс-ки, я пишу сейчас. Мне неудобно говорить, неудобно говорить. Скиньте. Пожалуйста, следите за дорогой. И если я, допустим, открыл глаза после предупреждения того, как мне сказал аппарат, следите за дорогой, то он звуковые сигналы уже не воспроизводит. Как вот сейчас. А если я буду продолжать закрывать глаза, ну, уже будут глаза закрыты, то будет работать непосредственно инфразвук, который вы сейчас слышали. GPS-сигнал отсутствует. Так, еще что? По какой